Він не уявляє свого життя без музики і без рок-н-ролу. Для нього рок-н-рол – це не лише стиль життя, це окремий вид ритму, окремі враження. Сьогодні в «The Exclusive», як завжди, ексклюзивний гість. Меломан, людина-легенда і, звичайно ж, наш земляк Олексій Іванович. Вітаю вас! Добрий день! Як ваш настрій? Все хорошо, спасибо. Олексій, я дуже вдячна, що ви завітали, що ви знайшли час. Це для нас велика честь. Мені приємно. Хтось із земляків мене побачить. Старі друзі. Олексій, ви України за походженням, але народились в Пермі. Ні, я народився взагалі в Казахстані. Ух ти! Мій батько був воєнним льотчиком, і його багато бросало по країні, але воїнські частини передвигались періодично. Тому я жив і в Казахстані, и в России под Смоленском, потом на Южном Урале в Челябинской области, а потом уже в Перми, где я вырос, формировался как личность, где-то с 15 до 28 я там прожил. Но, тем не менее, великий промежок своего життя вы провели саме в Кропивницьку. 10 лет. 1988. Да. Як потрапили взагалі в Кропивницький, ну, Кіровоград? Шучу обычно на эту тему по географической ошибке. А чому? Меня мама уговорила, говорит, смотри, здесь фрукты, абрикосы, вишня на каждом шагу. Так и было в начале. Ну, зараз вже по-іншому. Мои родители просто перебрались, отец родом из Кировограда, поэтому, когда они оказались на пенсии, они перебрались с Урала в Кировоград. І через пару лет і мене уговорили, соблазнили абрикосами. Скільки вам було тоді років, коли ви приїхали? 28. В якому районі жили? Зараз вулиця називається Вокзальна. Жив на Ковальовці, жив в центрі, на Шевченка. Яким був початок життя в Кіровограді, в Кропивницькому? Складно було чи одразу влились в суспільство? Да как-то, понимаете, я был уже самостоятельным человеком. Я привык сам принимать решения, сам как-то устраивать свою жизнь уже к этому времени. Поэтому первой задачей... Я все начинал с нуля, и первой задачей было найти работу в этом городе, новом совершенно, где я не знал никого, кроме своих родителей и пары родственников. Вот. Поэтому у меня были варианты. Мама мне советовала пойти в учителя, поскольку у меня был диплом историка. Вот. Но по профессии прямой я и в Перми немного работал. Вот. Я благодарен судьбе за то, что я получил высшее образование. Все-таки Пермский университет — это школа общения с образованными людьми. Вы на историческом, так, факультете? Да, да. Историк. Да. Сейчас эти знания все бесполезны и не нужны. Это была история СССР и история всего мира, искаженная через призму коммунистической политики. Вот. Сейчас эти знания никому не нужны, но те годы я провел в кругу образованных, умных, по большей части интеллигентных людей. Это на меня очень повлияло, развивало меня в принципе. Я в те годы активно начал читать зарубежную литературу 20 века. После того, как уже по совету мамы прочел всю русскую классику 19 века. Я благодаря общению с моими ровесниками в университете открыл для себя намного больше в музыке. Ну и стал развиваться. И, собственно говоря, вот мой стаж такой серьезный, что ли, музыкальный стаж, он начался где-то со второго курса університету приблизно. Колись в інтерв'ю ви сказали, що ви просто складаєтесь з музики. От, ваш состав — це музика. Ну, музика — це все. Це і фон моєї житті, саундтрек мій. Це і дії мої. Тобто я і слухаю музику, і думаю музики, і придумую якісь музикальні проєкти. Как потребитель наслаждаюсь музыкой, смотрю видеоконцерты на огромном телевизоре с огромными колонками. Просто радуюсь, как ребенок, тому что у меня есть слух, то, что я не глухой. Потому что музыка — это чудо. И... Мені навіть сказали, що ви як ходяча така музична Вікіпедія. Знаєте майже все. Ну, експертно, принаймні.
Мне один мой дружок, когда я активно писал статьи в газету о музыке, он мне сказал, тут же можно легко ошибиться, перепутать там год выхода альбома или там состав неточно указать. Эти энциклопедические статьи, они никому не нужны. Тут нужен свой взгляд на это дело. Он был, я думаю, он был прав, и я не являюсь ходячей энциклопедией, потому что в первую очередь, потому что у Маккартни есть альбом «Memory Almost Full». Вот. Она не может, коробка не может удержать слишком много. Для этого есть Википедия и куча других энциклопедий. Очень легко, сейчас за минуту я вам найду в телефоне любую информацию о любом практически артисте во всем мире. Поэтому запоминать это все не обязательно, тем более, что память может подвести. Вот. Но я точно не забуду то, что я люблю. А люблю я очень много. Ви відкрили перше радіо в Кропивницькому, це правда? Ні, це неправда. Перше радіо відкрив, наскільки я знаю, Віктор Токарєв. Це було радіо ТТВ. І паралельно з ним Олександр Блюмін, це було АБ-радіо. Ситуація була така для мене не дуже, скажімо, приємна. Діло в тому, що Віктор Токарєв, ми з ним співпрацювали, я на телевидении ТТВ помогал, ми там делали некоторые программки. І він как будто вербовал мене заранее, що от я скоро буду відкривати радіо, давай, давай. Ну, я в это время активно, это был 94-й, 95-й, 96-й год, я в это время активно ездил туда-сюда, в Москву. Я работал в Москве в это время в музыкальном журнале Music Box. И я делал телепередачу, телевизионное приложение к журналу. Угу. Это была программа для, о музыке для музыкантов. Не для меломанов, а как бы для профессионалов в этой сфере. Вот. И, наверное, потому что я был очень много занят туда-сюда, Москва. В один из приездов в Кировоград мне говорят, а вот уже радио заработало. Я смотрю, Виктор Токарев набрал уже команду. Кто-то из тех ребят, кого я хотел бы видеть в своей команде, кто-то совершенно случайные люди. Ну, так или иначе, это было. Вот. И я никогда не забуду этот эпизод. И я долго буду благодарен этому человеку, Александру Блюмину. Он как-то проезжает мимо меня на велосипеде. Ну, на натуральном велосипеде, старом, советском, и поворачивает шею, так чуть не свернул, это, боюсь, что врежется куда-то, и говорит мне, поздравляю. Я говорю, с чем? Ну как же, такие люди. Потом я догнал, что он имел в виду. Он имел в виду, ну, цикл, наверное, тех передач, потому что все передачи, я был как бы их режиссером и ведущим, я был в кадре, и я интервьюировал известных рок-деятелей, скажем так. Вот. И, ну, с которыми многие мечтают поговорить хоть раз в жизни или хотя бы автограф взять. Как вы згадуете той период? Да. Как так вы вот, домовлялись? Этот самый Александр Блюмин меня позвал в свое АБ-радио и даже настолько позвал, что я бросил работу в Москве и вернулся полностью в Кировоград. Финансово было краще, чи проекты краще? Он мне обеспечивал те же условия, хотя это было трудно для него, которые были у меня в Москве. А я устал от поездок туда-сюда, мне хотелось больше быть дома, и поэтому так случилось. А вот как вы вважаете, ваша экспертная думка, радио зараз, оно живе, чи вже трішки не так популярне? Можливо, в міру якихось економічних факторів, чи все в інтернет перейшло? Я не специалист в области радио, а есть такие люди, я знаю таких людей, которые больше 20 лет работают в сфере радио. Они наверняка профессионалы. Мое мнение – это исключительно субъективное мнение, с ним могут многие поспорить. Для меня радио нет. Уже давным-давно. Мне это неинтересно, я перестал слушать радио. Если когда я работал на АБ-радио, а затем еще некоторое время на радио ТТВ, ну, так сложилось, я за этим следил и с точки зрения профессиональной, все ли там в порядке в эфире у нас, у конкурентов и так далее. И с точки зрения радиослушателя, мне было интересно много из того, что мы делали, из того, что я слышал, то в последнее время нет. И мои последние попытки работать на радио были уже в Киеве. Я какое-то время работал автоответчиком, скажем так, говорящим попугаем на русском радио в программе «Стол заказов».
Тупейшая работа, неинтересная совершенно. Спасибо, что вы дозвонились, и для вас песня в исполнении группы «Руки вверх». Ну, к примеру, понимаете, что это вообще не мое было. Я какое-то время работал на нашем радио, но когда тогдашний продюсер нашего радио предложил мне делать цикл передач о музыке шансон, я на нее долго смотрел молча, потом сказал, нет, это не мое. Он говорит, ну что ты, у тебя такой голос подходящий для шансона. Сейчас это никто не делает, эта тема будет струя. И действительно стала струя, и действительно, если в 2000-м еще этого не было, потом в Киеве аж 3 радио шансонных появилось. И эта музыка, извините за слово «музыка», примененная к этому жанру, даже не знаю как, не искусство, вот. Она заполонила наши маршрутки, слава богу, больше нет. А когда-то невозможно было ехать в маршрутки, потому что у всех водителей играл ну, вот это дело безобразное. Тем не менше, рок-н-ролл. Что он для вас значит? Ну, я же говорю, я просыпаюсь, у меня в голове музыка. Если не против моя жена, то когда она уже совсем проснулась, потому что она любит плавное просыпание, то начинает звучать какая-то музыка натурально, в смысле из колонок. Для меня это все, это ну, моя духовная пища, скажем так. Это для меня это важнейшее из искусств. В Кропивницькому, в Кіровограді, кого ви вважаєте найуспішнішим рок-гуртом? І чи є такі взагалі? Рок-група успішна із Кіровограда? Так. Ну, таких нет. А чому? А это отдельный совершенно разговор, и меня даже однажды Юрий Смирнов, очень известный человек в Кировограде, даже хотел делать со мной интервью на эту тему. Интервью должно было называться «Почему в Кировограде ничего не получилось?». Это отдельный разговор. Ответ я могу дать тремя словами. Все решает человеческий фактор. Но факт остается фактом. В Кировограде ни одна из рок-групп не добилась успеха. Есть очень хорошая группа, вы ее знаете, «Внутри звука». Угу. Была попытка сделать группу «Ихтиандр», «Единственный у папы и дельфин». Вот. Но у обеих этих команд, во главе которых стоят талантливые музыканты, все равно не складывается. И причин этого очень много. Це правда, що колись, коли ви проживали в Кіровограді, от ви сказали, ви літали до Москви. Да. Чи правда, що ви закуповували такі вінілові пластинки і потім продавали в Кіровограді? Такий підприємець. Смотрите, да, ведь часть моєї жизни, многие там бывали много раз, это был музыкальный магазин «Рок'ю», который был на улице Гагарина, так оно называлось. И поскольку это было, как это называется, торговое предприятие, то есть я, не имея опыта в торговле, все-таки решил это сделать, ну, по примеру многих, потому что в некоторых городах ну, возникали такие рок-шопы, не просто музыкальный магазин, где можно купить баян и балалайку, а где можно было купить футболки, браслеты, ну, любую атрибутику для рокеров, для металлистов там, ну, и, разумеется, виниловые пластинки, компакт-диски, кассеты, все что угодно, связанное с музыкой. Поэтому, разумеется, для того, чтобы пополнять как-то прилавки, мне и в Киев приходилось ездить, на закрывающуюся уже в то время торговые базы фирмы «Мелодия», закупать разные пластинки и в Москву. Но это было очень смешно. Это, потому что на самолете слетать в Москву стоило 25 рублей, при том, что зарплаты тогда были у нас где-то, ну, вот у таких средних людей рублей по 200. Вот. То есть 25 рублей, ну, сравнить с сегодняшним цены и зарплаты, оно несопоставимо. Вот. И поэтому были случаи, когда мы в один день, утром в Москву и вечером обратно. А было время... Отоварились и обратно. Да, совершенно верно. Набрали полные мешки пластинок, нашивок, чего угодно, и везем назад в «Рок'ю», объявляем в передаче «Рок-полигон», что у нас завоз нового товара, добро пожаловать, все приходят. Вот. И это был не только магазин, то есть, смотрите, я же всегда все, что я делал, связанное с музыкой, это было по любви и не из-за денег. То есть деньги имеют для меня значение,
но не настолько, чтобы ради них совершать какие-то невозможные или неправильные поступки. А поэтому этот магазин «Рокью», он был, он даже назывался не магазин, а клуб, музыкальный клуб «Рокью». Uh-huh. В нем был магазин, в нем было рок-кафе, в которое можно было попасть, оно было декорировано в стиле там Харальд Дэвисон и хард-рок-кафе. В него можно было попасть и просто послушать там хорошую музыку, пообщаться с единомышленниками. И, в общем, это была точка для встречи и общения меломанов, для тех, кто вот, нуждался в этом общении. Ви згадали за студентські роки, що ви навчались на історичному факультеті в Пермі, правильно? Так. Яким було ваше студентське життя? Легким. Я же, извините за подробность, из благополучной семьи, и в этом смысле мне очень повезло. То есть меня родители кормили, одевали, и мне было где жить. Сам я зарабатывал, а зарабатывать я начал с 19 лет, когда мне предложили уже не бесплатно вести дискотеки. Я лет 8 проработал диджеем в дискотеках. И для того времени это нормально, потому что тогда дискотеки, это, они были центром, аккумулятором музыки. Сейчас это иначе. Сейчас все другое. Вот. А тогда, а где было собираться людям, где было общаться? И в дискотеках звучала музыка совершенно разная. То есть, если, да, тогда были популярны Бонни М, как новая звезда, вот, но тогда же в дискотеке звучали и Led Zeppelin, и Deep Purple. Uh-huh. То есть, мы пытались всегда воспитывать вкус, предлагая людям, которые пришли просто потанцевать, ну, тогда хотя бы под хорошую балладу Юрая Хиль. Зараз, мабуть, такого нема, лише якщо тематичні, так, вечірки? Да, я не знаю, если они вообще сейчас, потому что в дискотеке я отработал, говорю, вот за деньги уже начал работать года 79-го по 86-й, а потом меня так постыдили мои комсомольские и большевистские руководители из райкома и сказали, ну, нехорошо, что же вы, секретарь комитета комсомола крупного завода, с правами райкома, у вас тысячи комсомольцев на вас смотрят, а вы вот это начинаете в дискотеке танцевать в брюках, бананах. Ну что ж это такое? Ну, а да, в 86-м году это было популярно, и мода на одежду была другая, и музыка New Wave была популярна, и танцевально. И мы это делали. И потом мне пришлось, да, послушать своих боссов, которые платили мне зарплату за то, что я воспитывал подрастающее поколение в духе не тех идей. А я потом вынужден был свое желание общаться с людьми о музыке, я его реализовал в виде лектория. Лектория музыки. Приходили те же самые парни, металлисты, все в браслетах, все с прическами вот такими, с глазами накрашенными. У вас также было довое волосся? Тогда, когда я работал в комсомоле, нет. Это когда я с этим покончил и переехал в Кировоград, я сказал себе, ну все, теперь я живу как хочу. Я же говорил, я в Кировограде начал с поиска работы. Я пошел по улицам просто искать себе работу, прочитал «Творческое объединение молодежи», том. Интересно, наверное, что-то мое. Оказалось, не совсем мое, но работая в нем, я окончательно сформировал для себя, что я хочу и что я буду делать. И затем я создал свою фирму, она называлась «Красный клин». Мы делали рок-концерты, большие рок-концерты больших рок-артистов, которые приезжали к нам из Питера, из Москвы. Кто-то из Свердловска не доехал. Вот, и параллельно тоже был уже и в Кировограде этот самый лекторий, он назывался «Меломан», вот, где собирались ребята, которым было интересно узнать новости, поменяться пластинками, посмотреть видео, новые клипы, видеоконцерты. Ну, то есть тогда это было дефицитом, поэтому это было востребовано. Сейчас это навалом в интернете, так. Спасибо ему. Ви згадали за батьків, що вам поталанило, що вони вас, забезпечували умовно. Так, да, я сам, секундочку, я сам тратил деньги, от коли я почав зарабатывать, тільки на пластинки, вініл був дуже дорогим, і на джинси. Все, все остальное мне давали родители, поэтому как-то вот у меня жизнь была легкой. А чим займались батьки? Ну, отец служил, он был военным вертолетчиком, вот, а мама учитель истории и русской литературы. А до Кропивницького коли переїхали? Чим займались?
Они или я? Вони. Этим же и занимались. Это их профессия. Мама педагог, отец военный. Яка ваша робота в Кіровограді, в Кропивницькому, така найбільш успішна була? Ну, мені кажется, що здесь равноценные есть две вещи. Это телепередача «Рок-полигон» и концертная деятельность фирмы «Красный клин». То есть таких концертов, которые делал я с такими артистами, это были «Мастер», «Черный обелиск», «Маркиза», «Примадонна», «Ария», «Авиа» даже из Питера. Ну, многие реально крутые для того времени рок-группы. Таких концертов не было после того, как я прекратил это делать и уехал из Кировограда. Все. Виходить, ви жили в Казахстані, в Пермі, в Кропивницькому і зараз в столиці. Так. А де найлегше було? От морально, от найкраще. Жити легше всього було в дитинстві. В Челябинській області, в маленькому місті Южноуральськ, населення всього десь 1200. І мені було 5, 6, 7, 10 лет. Понимаете, это было детство. А якщо от задуматись про дитинство, от перший дитячий спогад, що ви бачите? Що ви згадуєте? Хороший или плохой? Хороший. Первую влюбленность. А як це було? Мне было 10 лет, 1 сентября мы пришли к школе, и я увидел ее. Все. Як звали, пам'ятаєте? Ира, конечно, Ира Кузьмина. Первая любовь, я с ума сходил по ней, я бегал за ней, дергал ее за косички, не удержался, даже записку ей сунул в школьной раздевалке в карман ее пальто. Ира, я люблю тебя. Ну, вот настолько меня накрыло, в 10 лет. Класно. Євробачення, 2011 рік, гурт з Азербайджану, ви його готували, зрештою вони перемогли. Да. Я думаю, що ви вже не раз давали інтерв'ю з цього приводу, але все ж, чому Азербайджан? Чому Баку? Ну, як? Хто вас запросив? Чия це була ідея? Є компанія в Києві, у якої довгі дружественні отношения з Баку. И эта компания, состоящая из профессионалов высокого уровня, она помогает бакинцам готовить их артистов на Евровидении уже много лет, начиная года, наверное, с 2008-го, то есть с дебюта даже Азербайджана в Евровидении. Вот. И однажды там понадобился человек вот, на роль продюсера, потому что есть там главный человек, кто эту компанию создал, и он является генеральным продюсером, который отвечает за все и который всегда может прийти, все переделать, отменить, на всех наорать, и все забегали еще быстрее и еще лучше. Вот. Но нужен был человек, то, что называется исполнительный продюсер, тот, кто реально это делает своими руками, там, сердцем, мозгами, душой. Вот. Такой человек был нужен. Кто-то посоветовал меня, поскольку у меня до этого был опыт работы уже с разными артистами. То есть я работал как координатор, работал в группе «Виагра» 6 лет. Затем, когда я ушел из этого холдинга, скажем так, я пробовал работать с разными артистами. Какое-то время сотрудничал даже с Евгенией Власовой. Вот. Потом аж 3 года я проработал как менеджер группы Dazzle Dreams. То есть у меня был такой всесторонний, разнообразный опыт сотрудничества с музыкантами. И как турменеджер, когда надо пьяного артиста на себе таскать и как-то его до дома довезти. Вот. И с изысканными барышнями, которые уже барышни полусвета. Вот, с которыми нужен особый подход для того, чтобы они были в хорошем настроении перед выступлением и так далее. Вот. В общем, мои знания пригодились, мое умение общаться с людьми и мое умение организовывать процесс коллективный пригодилось, поэтому меня туда позвали, и, слава богу, вот как-то успешно я там работал. Біз ТВ, музичний канал, один із перших, так, музикальних. Ви стояли, можна сказати, у витоків його створення. Та все було не зовсім так. Діло в тому, що создатель Біз ТВ Дмитрий Костюк, відомий продюсер, от він впоследствии був продюсером Віагри,
Мы с ним познакомились в Кировограде. Он приезжал с очень хорошей днепровской группой «ТОК». Делали концерт, мы их пригласили в передачу «Рок-полигон». Он увидел готовый телевизионный продукт, потому что тогда передача выходила только в пределах Кировоградской области. Она всего один раз в месяц выходила. Угу. Большое спасибо Крупскому, может быть, кто-то помнит этого теледеятеля, за то, что он эту передачу активно поддерживал. В общем, Костюк заметил это и говорит: так давай делать дело. И стал продавать эту передачу на разные телеканалы. Она стала выходить еженедельно. Ее увидели там в Киеве, Днепре, Полтаве, ну, Харькове, по всей почти Украине. И она существовала года три. Так вот, потом он понял, что рок-н-ролл это хорошо, но попса — это в условиях нашей отдельно взятой нерок-н-ролльной страны. Это более перспективно, поэтому он плавно пришел к BizTV. Это была украинская версия московского BizTV, а московская BizTV — это, в свою очередь, была версия американского BizTV. То есть Борис Зосимов, известный музыкальный деятель, с Аней подружились, и как-то вот так вот все это сложилось. В общем, BizTV было в пределах, если уже рассматривать как полностью музыкальное телевидение, а не как отдельную передачку «Рок-полигон», это, конечно, была попса, но MTV вот сейчас по телевизору показывают, слава богу, попса, да. Но мы же привыкли к тому, что Робби Вильямс на экранах, а не Джимми Пейдж. Правильно? Так. Ну, ми говорили з вами про радіо, я питала вас експертну думку. А от щодо музикальних каналів. У нас, наприклад, на телеканалі «Вітер» є така рубрика, програма, де транслюємо живі концерти. Угу. Як ви вважаєте, зараз в телебаченні це потрібно? Я думаю, да, потому что живой концерт – это реальное отражение того, каков этот артист сегодня, и ну, для настоящих меломантов это ценнее, чем просто по радио там, слушать знакомые уже песни, которые он 100 раз слышал на пластинках, если он меломан. Вот. Я думаю, да, правильно вы все делаете. Я знаю, що ви були концертним директором гурту «Віагра». От як з ваших вуст створювався цей гурт? На ваших очах? Дмитрий Костюк посчитал, что обладая таким мощным ресурсом, как музыкальное телевидение, которое может поддерживать и раскручивать артиста. В то время это было действительно так. Он предложил Константину Меладзе, с которым поддерживал дружеские отношения много лет, создать ну, вот украинский вариант Spice Girls. Угу. Так и планировалось. Там должно было быть 4 девушки в начале. Вот. Но в процессе, знаете, кубик Рубика крутился, в общем, к моменту старта осталось 2. Потом это было 3, потом опять в формате дуэта. Очень много девушек талантливых и бесталантных, но очень красивых, прошли через «Виагру». Я это наблюдал, ну, как, мое участие было, я же человек маленький, я мог разве что исправить ошибки в тексте песни, которую написал Костя, потому что он допускал иногда ошибки. Из смешных эпизодов это маленький город ночью не жгет огней. Я так: что? А это уже клип. Это уже клип на экране. Что? Он говорит: а что? Я говорю: ну, как бы иначе это слово произносится. В итоге переписали фонограмму и перемонтировали клип. Ну, а в принципе я там человек был маленький. Я просто помогал этим двум реальным мощным продюсерам делать самый популярный поп-проект за всю историю СНГ. Але ж, тим не менш, все було на ваших очах. От, до прикладу, я знаю, що коли гурт вже умовно розпався і було 2 проекти кастинги від Меладзе в Росії, якщо я не помиляюсь, і Костюк тут планував так робити. Да. Та «Віагра», которая под крылом Меладзе, вона не розпалась. Просто там, опять же, міняються дівчатки, і вона потеряла, ну, тот успех бешеный, который был. Коли вони разом були. Она осталась... Это сейчас нишевый артист, который на корпоративах в Москве работает. Вот. Ну и не только в Москве. Но нет той бешеной популярности, этого успеха, который был в период вот, с 2000 по 2006, допустим, годы. Ну, это золотое время. Олексію, як зараз проходить ваш день? Чим ви зараз займаєтесь? День? Так. Я слушаю музыку. Я жду, когда закончится эта грустная история с карантинами, для того, чтобы
немного хотя бы вернуть то, что было, для того, чтобы у моих музыкальных проектов, которые я придумываю уже новые, было больше шансов. Ну, потому что сейчас большая часть концертов или отменены, или очень сократилось количество людей на них, ну, по медицинским причинам. Сразу. Да, поэтому сейчас вот вся эта сфера переживает не лучшие времена. Вот. Но мой день состоит из музыки. Я смотрю на небо и радуюсь тому, что я живой, и радуюсь тому, что я не один, и тому, что живы мои родители в преклонном уже возрасте, но, слава Богу, живы оба. Вот. А де батьки проживають зараз? В Кропивницькому чи в Києві? В Кропивницькому. Кропивницькому. Ну, це родина отця, він не залишить її. Я знаю, що ви поціновувач музикальних речей, пластинок і не тільки. Який у вас експонат найдорожчий от в моральному плані для душі і за ціновою категорією? Знаете, у меня... Можливо, душа... автограф. Ну, у меня есть... я не знаю... у меня много. Я, наверное, где-то в Фейсбуке выложу эти фотки, мои любимые автографы. Потому что автографы я беру крайне редко, ну, скажем так, 5% от возможных случаев. Вот только у тех людей, которых очень уважаю. У меня есть автограф Биби Кинга. Я общался с ним, как с вами, 5 минут, он мне пожал руку, у него вот такая вот лапа, такая мясистая. Вот. Очень добрый, хороший был дядя. Король блюза. Класс. Це автограф, як сказати, найдорожчий для душі, чи от, в принципі, я думаю, це по всім поняттям очень дорогой автограф. Есть вещи, цену которым не сложить. Мне родители на днях, я был недавно в Кировграде, просто подарили старую монету серебряную. Ей цена на базаре там 200-300 гривен. Я никогда ни за что ее не продам, потому что это просто реликвия, память о моем деде. Вот все. Поэтому не все можно купить за деньги. Я же говорил, деньги имеют значение, но не всегда. Чи бывало таке, что музыка заважала семьи? Родині. Постоянно. А зараз? Да нет, нет. Все те, кто был со мной рядом в разные периоды моей жизни, все понимали, что музыка для меня важна. И как-то с этим, ну, приспосабливались к этому. И... А от які жінки відіграли найбільшу роль у вашому житті? Ну, конечно, мама. Первая учительница Галина Даниловна. Еще была Александра Сергеевна Лаврова, давно в Перми. Она объединяла нас, меломанов, в некоторую могучую кучку будущих успешных музыкальных деятелей. И 10, как минимум, людей из этой нашей кучки, они стали знаменитыми музыкальными журналистами, телеведущими, радиоведущими в Перми, в Москве, в Питере. Ну, кто куда разъехал. Угу. Я уехал в Украину, как бы, и тоже не пропал. А кто еще? Ну, наверное, моя вторая жена, которая подарила мне единственного моего ребенка, и которого я очень люблю и скучаю по нему. Вот я всегда буду ей благодарен. И моя последняя жена, моя последняя любовь, та женщина, с которой я живу последние мои 11 лет, она очень влияет на меня положительно во всех смыслах. А я на нее. А чему сумуете за дитиною? Вот я считаю, что это нормально, когда человек не рядом с тобой, и скучать по нему. Я нуждаюсь в нем. Чи є відчуття, ну, можливо, це таке інтимне запитання, але я вже його задам, а ваше право, чи відповідати, чи ні, що ви обрали музику, а не родину? Що, можливо, не додали чогось там, ну, коханим жінкам, я вже так скажу, або не додали, дитині? То точно. У мене не було ніколи вибору такого «или-или», тому вопрос не применим. А то, що я не додав, це, звісно, да. Жалкуєте про це? Да, чи я вже... многом жалею, я много змінив би в своїй житті, якщо б у мене була ця волшебна можливість. Многих ошибок би не повторив. Да, многом жалею.
о том, что сделал не так. У вас друзів багато в Кропивницькому залишилось? Да, они есть. Я не могу сказать, что много, потому что кто-то погиб, кто-то умер. Мои друзья, с кем я поддерживаю, всегда поддерживаю отношения, это Юра Маню Горобченко, Юра Гагарин, Олег Косенков, еще несколько ребят. Ну, они все меломаны, и Саша Рыба, музыкант. Анатолий Антоненко, тоже музыкант. Они все меломаны, музыканты, и нас объединяет, вот, в первую очередь, это музыка. А уже потом, после того фактора музыкального, который нас сблизил, кто-то остается, те, кто достойны этого. Я очень строг к своему окружению, и я легко отсекаю. Понимаете? Я трудно схожусь с людьми и легко прощаюсь, потому что ну, это высокопарно прозвучит, но вот старая песня Александры Пахмутовой, там есть, на слова Добронравова, там есть фраза «Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли». Вот я в этом смысле принциповый. Очень жесткий человек, да. Если я вижу, что человек меня обманывает или подводит, я прекращаю отношения. Чи є мрія ще відвідати якийсь рок-концерт? Їх так много і... Так, ну, от би... в першу чергу, щоб відвідали зараз. Ну, это как минимум 10 концертов, я сейчас вам перечислю. Лучше я пожалею о том, что я никогда не увижу... Это будет фестиваль. Никогда не увижу концерт Ван Хейлен, потому что Эдди Ван Хейлен недавно умер. Никогда не увижу концерт Джона Леннона по известной причине. Вот, и многое другое. Вот. Мы живем-то, видите, в такой стране, где, ну, как бы, к сожалению, эта музыка не настолько популярна, чтобы здесь часто были концерты зарубежных рок-звезд. Ну, тут так, зрозуміло. Настоящих классиков этого жанра. Вот. А поездки за рубеж, они же для большей части наших сограждан, они, ну, довольно тяжелы. Недоступны. Доступны, но не часто. Блиц. Готовы? Да. Улюблена рок-группа украинская зараз? Нет. А, сейчас польщу своему нынешнему директору. Друга река. Ух ты. Отримавши можливість змінити щось, коли вам було, наприклад, 20 років, ви б щось змінили? Тогда нет. Тогда мозги еще не выросли. Джек Дэниелс чи Джеймсон? Конечно, Джек Дэниелс. Якщо б ви могли взяти лише 3 пісні на безлюдний острів і слухати їх там постійно, що б це були за пісні? Неправильний вопрос. 333 тисячі пісень я б взяв з собою. Yesterday взяв би, Dust in the Wind взяв би, New Kid in Town Eagles взяв би, і ще тисячі. Безліч. Любов чи музика? Ну, це одно і те ж. Олексій Іванович чи музика? Ну, в смысле, могу ли я жить без музыки? Я не смогу. Так. Зараз вы счастливы от того, что вы маете? Да, я счастлив. Поэтому мне остается только радоваться тому, что я жив-здоров, без изъянов, и все у меня хорошо. Я не до конца счастлив, потому что с очень важным в моей жизни человеком у меня есть недопонимание, и поэтому 100% счастливым человеком себя я считать не могу. Спасибо. Я дуже вдячна, що ви завітали, знайшли час і прийшли. Я, конечно, не все вам рассказал, что мог бы. Найдете время. Добре, ще зустрінемось тоді. Домовились? Хорошо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.